побивали десятки. Кого? Я говорю, до сих пор помню, как вы синдрагосов пытались убить десятки. Ваня, я до сих пор помню, как вы 6 часов целка проходили. Ну, там пуги были, а не статик. А, тут есть статик 10? У вас же раньше был? Нет, в этой гильдии у нас не было статика 10. Был раньше. Нет. Временно. Чё, нет? Я тебе говорю, я в этой гильдии не занимаюсь статиком 10. Правильник тоже не собирает. Ой, ты чё, забыл? Ты это там была, гелия была, этот, блядь, фундосы какого нахуй, да, балду. Технически полной фул десятки здесь никогда не было статично. У меня было, не ври. Ну, у тебя. И у вас тоже был статик. Я до тебе пол... говорю, статика 10 в этой гильдии полного никогда не было. Не, когда еще с демоном вместе там. Да, да. У нас десятки не было никогда. Так в этой гильдии уже, можно сказать, ну, уже открывалось. Какое-то время еще бегали. Десятки, говорю, тут уже не было. Да пофигу. Это, Андрей, на следующий каст, не на этот, на следующий. Дашь бомжей своих, и она доживет. Если увидишь, что мало хп, можешь не давать. Эй, лопнусь после бога, после собаки. Можно не давать походу. Да, уже. Уже дал. Да, я 600 тысяч осталось. Блять. Заебись бить спину. Чтоб не умирал, лучше давай вовремя на пулы. И в лицо не получишь. Кто-то умирал? Да, там рога. Не, здесь на трэш. И на босс. Блять, короче, я ревобусь без вас. Кто-то я боюсь. Тела я забери, там сама я релогаюсь. Да, я сейчас пособираю. А чё там выпал? Хрень. Оплот зума. Танка кольцо надо мне наплодить. Я бы поменялся.
На 1 ДС. Секунд АФК, полиции ты. Валять полиции ты. Чё ждём кого? Крикера суманите. Суманули, нет? Да. Чё вам надо докупать, народ? Почему вы это делаете посреди рейда? Шуманите, пожалуйста, Макфаун. Вы время свое отнимаете. Не свое, а время всего рейда. Нас 29 человек. Остальных 28. Наш шрам никто сейчас не собирает. Кровь никому не нужна. Проверяю готовность. Как же за нее раньше пиздились? Рыбу ставлю. 300 баллов поберить надо. Ну и флажки с маслом обновите. Проверяю готовность. У ретро Лена. Так, Лену вижу, все. Выбор синяя, пандемониум красная. Панда, встань, крик. Первый крикер, встань. Да? Нет, лучше Войд, красный, пандемониум под босса. Первый, говорю, крикер, значит. Первый крикер. Думаю, да. Что по этому? Еще раз проверяю готовность, куда. 7 стак выдержишь, да? Проблем. 7-6, если прошибаешь. Штанг, который... И я здесь. Ну, стаки на боссе прошибают, а не на танке, которые... стаки, которые на танке, они, наоборот, увеличивают урон человека, на котором они висят. Играть меня не учи, пожалуйста. Дебаф почитай, вот сейчас... Куда у Ретрик пропал? Сейчас ну, заменю все. Получаем урон, по-моему, тоже увеличивает. Че там, долго, не? Мутация происходить будет. Инфы нет. Кто там РЧ нас на замене? За РЧ не приходит, получает ГП. Даешь РЧ, за РЧ опять не приходит, меняешь. Всегда так было. Релок. Вон он забегал. Вон он. Он зашевелился сразу. Вы хотите больше 8 боссов убивать, да, за один арты?
такими приколами. Крекер, темная леди. Я же говорил, что релогаюсь. Да нет, нет, там, когда даже закупались, могли и поссать, и покурить, и релогаться, все сделать. Так, все, стоп, флот. Даю ДВМ. Пять, четыре, три, два, один. Булкин, Ретрик, вышли. Лена, Мелизона, иди. Лена, под босса встань. Крикер, истерию, кинь по мне. Вера лопнет, вернешься обратно. Ну вот на мне дебаф висит. Тут пишет, увеличивает наносимый урон. Уходи. Не получаемый урон, а наносимый урон. А все, все, уходи. Чё, Геральт не давали, кстати? Перемеша не остаешься. Вот Ретрик, вы здесь Мелизан. Истерию кинул. Прест, отнеси, пожалуйста. Чё, боишка? И убойник на инху заебать. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую.
Лена, маг, центек, фаур, изображи. Стоите близко к союзникам, получаете лишний рост. Лен уже в миле приходила. Возможно, поэтому успела огрести. Если бы она в милизоне блеванула, мы бы все сдохли. Не, если ты метки стоял, тогда вопросы не к тебе, а к другим людям. Я же не смотрел за этим. Там Рэн отпустила волну, брат, но за то, что близко стоял к двум. Я пока не могу прочитать это заклинание. Кто там тормозит? Ваня, блин, ты мне не напомнил лут мастера перекинуть на тебя. Там все равно нету осколка, я же не вижу. Да я видел, я сказал. Там он есть вообще, нет? Кивай. А что? Осколок есть? Оранжевый такой. Я. Синий, в оранжевый емкий. Ну, давай топай сюда. Я лут-то заберу. А, там не видят осколки, если квеста нету человека. Мы это сделали недавно в Пугарейде. У меня 4 осколка в кармане. Ну, если ты не видел, значит нет. Как поставь ворлок. А, у нас ворлок, я есть ворлок. Киваю суммами. Я просто лут забрала. Кровь раз никому не надо, пусть валяется. Ты ее на ролл хоть кинула бы. А? Да все уж. Викер на боссе ась водит. А он умеет? Да-да, водил. Святос, Хейки. Чё? Святос. Вар, Святос, блядь. Пять, четыре, три, два, один. Геру, да? Рано выходишь, ДК. Маленький не таунтис. Сейчас к маленькому подойди, через 7 секунд большой появится, его заберешь. Под слюни не забегает ДК. Поблюет, к тебе сам повернется. Чтобы коты не бегали. И истерию можем дать, если есть. 3 секунды, готовься, ДКшник, который слизней забирает. Сейчас появится большой. Забирай большого. Вы под блевотину перебегаете или нет? А то половина перебежала, половина стоит на одном месте. Стоишь, не крутишься сам. ДК танк. А, ну хорошо.
Когда босс поворачивается, он не коцает. Под ним стоишь. Ну да, если близко стоишь к нему. Три секунды, готовься, танк. Одна секунда. Появился большой. Все еще большой. ЛПшки у него кидай. Очень плохо нанес. Два стака, по-моему. Он обратно попросил спам. Подходи, ДКшник, сейчас большой будет. Забирай большого. Подходи, ДКшник, сейчас большой будет. Забирай. И отводи подальше, до самой стенки беги. До самой стенки, ДК. Стоим. Отбежали. От босса отошли все. Даю не забыл. Борешь леди, ученик трава, ГП получаете. Верни босса на место. Маленько отложи, отведи его. Большой забирай. Сейчас немножко поверну. Вот просто оттяни его и все. Да не, вот поверну, смотри, нормально будет. Не спорьте с рейлом, когда он что-то... Большого, ДК. Большой. Истерия откатила. А, уже убили. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море... Объяснить, почему ГП получается, или не надо? Круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Не, ну я понимаю, но я же заранее это говорю. Темная леди тоже? Тебе полтора секунды не хватает среагировать, что надо начать двигаться. Ну так ему же ДБМ тоже пишет все. Надо, значит, самому смотреть, раз такое дело. Ну, возможно, ты мне лутера вернешь или не открывай? Сейчас. Так, напомните мне, куда идти. Дальше беги. Вышел из квартала и налево. На Вальку таки? Нет, там кровь следующая. Че, танки тут, если давай? Давай. Че, тетки мнете вы, блядь, боитесь их? Да зачем всех агрить? У Ретри гнев небес, да, в толпе? Давал, нет? Или он обхожит? Говорят, что зеркало починили у рыцарей. Что оно теперь делает? Ну, как надо, типа, работает.
Ну, то, что урон теперь приносит. Не знаю, меня рукой захуярили. Сейчас посмотрю, как меня убили. Вы ждете, когда мы упадем? Это покидайте тело, бегите. Че вы лежите? Добежите, мы пока бить будем. Хотя не, тут добьют, наверное. Там просто эти цепи, когда кидают, крестом можно масс диспел кинуть. А то в этих цепях. Крестом работает, а по нему уязвим. Темная леди, у тебя наушники есть? Или колонки, блядь. Ты же звук слышишь? Да или нет? Или ты, блядь, там как вообще звук воспринимаешь? Вот, ты звук с игры слышишь? Или нет? Темная леди. Корни в тактика, да? Или шейка? А, блин, чё не могу дать стан? А, блин. Синтек, ты считаешь, я несправедливо назначил ГП или что? Я его спрашивал, он мне не ответил. Есть у него звук? Есть. Игру слышит? Не знаю. Чьи это проблемы, что он игру не слышит? Мои, что ли? Даже без ДБ мы можем проходить все. Просто ориентируйтесь на фразы босса. Слышите фразу, что он сделал злую каку, блять, и все, смотрите на слизня. Как слизень взорвался, отбегаете. Если он далеко, если близко, сразу отбегаете. Это не сложно. Чё кричит, я сделал большую каку. Как и вот этой какой ему и упала на голову. Ты подало ему за это. Картинка. У тебя есть телефон, который Android там или еще что-нибудь? Ты можешь поставить ДБМ на телефон, у тебя больше FPS будет. Я не понимаю, зачем надо 3 FPS вообще мучить себя и играть? Игра нравится человеку. Просто пытаться оправдать это, ну, то, что ты сдох и получил ГП, потому что у тебя лагает. Я не вижу это справедливо.
Ну будет он каждый РТ теперь от дерева умирать и не лутать ГП, что ли? Или чё? Нет, просто найдутся люди, которые сдохли и скажут, ой, меня залагало. И скажут, ну, раз залагало, значит прощаем. Так что ли? Такая логика даже. Я предупредил, я заанонсил это заранее. Если у тебя лагает, ты должен сам ориентироваться. Босс говорит свою фразу перед тем, как взорвать жизнь. Твои нюансы я не должен знать. Ну, а нравится. Если я выкинул вообще человека? Если выкинул, то это видно. Вопрос. Если выкинул, то там ничего не будет. Потому что никто не застрахован на этот удрявый сервер. Бьем, бьем, пацаны, бьем. Командир Зайра справа? Не, нахуй, нахуй. А, не, он сейчас толкаться будет, пизду его. Владелец. Сейчас этого добьем. Крикер танчил Келли? Конечно. Ну все, крикер на Келли. Что, затаунтить его? Куда он идет? Там шаклить надо, тактика. Или рута кидать. Жестко, я уже на двух боссов потерял ОД. На первом меня выкинул под конец. То ли краш, то ли непонятно. Играйте по тактику. Череп у него над головой. Танки в приоритете, держите тактика. Сорок две тысячи выебал я. О, что это за урон, сука? Забраджин, ты ебани ему щиток, чё он у тебя на эрдру висит? Крюгеру. Его прошипает. У меня соблазн, блять, на него щиток повесит. Непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Останьте, братья, и уничтожьте наших врагов! Заклинание еще не готово. Да, кстати, если на рейндже встать, типа, один плевок прилетит, он не убьет. Он же летит в людей, в каждого по плевку. Вот это то, что я написал, касается вас на вихре. Когда центральный босс будет вихре колдовать, будете разбегаться в свои зеркала. Никуда в мили-зон, ой, это в РДД-зоны вы не лезете. Маленькая просьба к РДД, отбегайте от хилов. Хилам надо доставать по возможности всех. Поэтому оставьте нам серединку. Все совы с правой стороны стоите. Хантов нету, да, у нас? Только два рога. Но маги. Маги простые, да? А кому стрелять, я не знаю. Сова, маг. Сейчас я скажу, кому стрелять. Леди, шевели булками. А, фаурлок, раз, сова и пае, это маг. Просто. Слышали, свойники, если? Вы сбиваете кинетические бомбы. Раз будет с правой стороны, так как он сова. А, маг просто будет с левой стороны и лок по центру. А, твой центр, это пьедестал босса. И все, что за вами. Понял? Все, что над боссом, все твое. Фельмишань, когда будет взрыв,
то есть вихрь колдовать босса. Ты бежишь, вот сейчас смотришь, видишь три зеркала справа. Справа, по центру и слева. И там изображение их инстов, где эти боссы стоят. Твое это, где Талдарам, со стороны Талдарама зеркало. Видишь, что вихрь идет, отбегаешь к этой стенке. Чтобы никого из Мелизона и танка не оттолкнуть и не убить. Понял? Центральный у него. А, да, ну центральный, значит. Ты в центр бежишь, Шума. РТД стоит на РНЖ друг от друга и не... К хилам не подходите, чтобы они могли хилить беспрепятственно. ДК танк, который держит килисета, далеко не отходи, когда у тебя босс активный будет, потому что два танка в разных местах тяжело прохиливать. Ну и в целом все. Убьем принцев, разрулю шмот с ребра. Цель инфернальных огней, которые Талдарам колдует, должна отбегать. Будете стоять и ебланить.